С 2001 года в Щелковском районе официально существует муниципальный оркестр. И задумывался он как раз для того, чтобы играть в парке культуры и отдыха. Музыка, исполняемая оркестром, это известные песни разных лет, марши, вальсы. Идея создания духового оркестра возникла у директора городского парка культуры и отдыха Юрия Берестова при активной поддержке администрации. Помощь в создании оказали Александр Базилюк, Николай Масась и Владимир Саяпин. 15 лет со дня основания – дата серьезная. Поздравить юбиляра пришли преданные ценители оркестра и, конечно, почетные гости. Ваш коллектив, он радует жителей города Щелково, Щелковского района в праздничные дни, радует во все памятные даты своей музыкой, своими произведениями. Как же без полкового оркестра? Действительно, нам музыка поднимает настроение, а оркестр поднимает на подвиги. В разное время состав оркестра менялся. Приходили новые музыканты, появлялись звучания и новые инструменты. Оставалось одно – неизменная верность делу. Когда в 2008 году стоял вопрос о расформировании оркестра, его все же удалось, хоть и в небольшом составе, но сохранить. Сегодня там играет 25 человек. Это профессиональные музыканты. Есть среди них и заслуженные артисты России. Знаю, как было непросто собрать этот дружный профессиональный коллектив Духового оркестра Щелковского муниципального района. Сегодня уже звучали слова благодарности в адрес первого руководителя оркестра. Безусловно, ему низкий поклон и уважение за то, что он сделал для развития Щелковского муниципального района, создав такой замечательный коллектив. Руководитель и дирижер оркестра Александр Базилюк говорит, его коллектив – это живой организм, ну а музыка – уникальный язык, который понимают все. В оркестре работают, да это не только в нашем, во всех оркестрах, и за границей, и здесь, вот мы ездили на международные конкурсы. Душа музыканта у всех одна и та же, что у них, что у нас. Это любовь к музыке, любовь к своему инструменту. Именно эту любовь музыканты и оркестры несут, несмотря ни на что. И каждый звук, который издает инструмент, пронизан этим бесконечным признанием в любви. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».